Слушай, не забудь, что мы там с тобой и хлопаем, и громко поем. Хорошо, Илья? Ладно, договорились. Все, включаю музыку тогда я. Илья Семирозум исполняет песню «Бибика» наравне со всеми участниками ансамбля «Звездный дождь». В этом коллективе мальчик уже год и своих не стесняется. Теперь Илье предстоит выступить еще и на большой сцене на благотворительном концерте в честь Международного дня инвалида. Специально для этого звездного номера для мальчика заказали вот эту красную машинку. А чем она тебе нравится, эта машина? Цветом. Цвет у нее удачный? Да. Особенно как земляничка. Красная бибика произвела настоящий фурор среди дворовых ребят, рассказывает мама Ильи. Но вообще машина не для прогулок, а для выступлений, добавляет Анна. Илье очень нравится находиться на сцене. И хотя ребенок не может ходить с рождения, родители делают все, чтобы Илья общался с другими детьми и развивался творчески. Постоянно в машине, где-то слышит радио, по телевизору он слышит музыку и подпевал. Очень часто. И мы потом просто сами удивились, то, что у нас ребенок, он поет, запоминает так хорошо песни. Пришли сюда. У нас было прослушивание, и нам как бы сказали, что у него есть слух, ну, данные есть, и нас взяли сюда. Пытаемся ребенка своего развивать. Это, ну, во-первых, это у нас общение у него, не только то, что вот он занимается музыкой, а общение с детьми. Едем, едем, биби. Би-би-би-би-би-бика, поехали кататься, би-би-би-би-би-бика. В коллективе ребенка тоже поддерживают сверстники, называют Илью открытым. И любит шутить, сильный, умный, дружелюбный. Илья очень общительный, он старается петь, иногда у него не получается, но он всегда старается, чтобы у него все получалось, чтобы... Он не стеснялся. Это важно и для Ильи, это важно и для нас всех. Потому что это воспитывает определенно, для всей группы, конечно, Илюша, это воспитывает наши человеческие качества. Песня «Бибика» очень яркая и современная, и наверняка понравится гостям концерта, уверен педагог Ильи. Уже 3 декабря на сцене музыкального театра дети с ограниченными возможностями исполнят свои номера вместе с известными творческими коллективами Красноярска.